Мобильные группы сотрудников лесной охраны МЧС и МВД постоянно мониторят вверенные территории. Уже проведено около 2000 рейдов. На сегодняшний день перекрыто 600 лесных дорог. 100 постов дежурят в лесах круглосуточно. К любому пожару мы готовы. Всегда отслеживаем их. Есть специальная техника отслеживать их. Так что любой пожар нам по силам. Этот сезон достаточно спокойный. Ну, вот, хотя мы имеем на сегодня уже порядка 40 возгораний на общей площади 2,5 гектара. Но учитывая, что средняя площадь пожара 0,06 гектара, это хороший показатель. Как говорится, эффективность работы государственной лесной охраны и МЧС определяется не количеством возгораний, а оперативностью их ликвидации. 99% пожаров, говорят лесники, возникают по вине людей. Поэтому посещение лесов, особенно хвойных, строго запрещены. Да и в тех районах, где без возгорания все же не обошлось, пожары возникали из-за кострищ и пожогов травы вдоль дорог. Охраняемую территорию в этом сезоне лесники постарались окружить минерализированными полосами, пропахав более 2000 километров. Кто-то на своем участке подпалил траву сухую, вот, которая перекинулась, и вот мы видим результат распространения площади. Вот. Также здесь виден результат эффективности минполосы, вот, которая смогла остановить. Ну, благодаря усилиям слаженной работы МЧС и лесной охраны пожар был ликвидирован. Обращаясь ко всем жителям и гостям полуострова, лесники просят быть неравнодушными. Увидев пожар, звонить спасателям 101 или на горячую линию в Рескомлес 44 28 12. Татьяна Шаманаева, Анастасия Бердникова. Время новостей. Бахчисарайский район.